Под Красноуфимском в автокатастрофе погибли 3 человека, в том числе инспектор ДПС. ЧП произошло на 28-м километре автодороги Ачит-Месогутова. Дэу Матис вылетел на встречку, где столкнулся с «Шевроле Лацетти», за рулем которого и находился полицейский. От сильного удара автомобиль загорелся, мужчина погиб на месте. Полицейские ведут расследование случившегося. По предварительным данным, оба пассажира Матиса были пьяны и не имели прав на управление этим транспортным средством.